Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Подводим итоги конкурса, который я объявлял 4 дня назад. По-моему, 4. Снимать буду сразу на две камеры. На телефон и на камеру. Потому что один из подписчиков тут написал, что опять призы идут своим. Срод таким глупостью никогда не занимался, потому что ну, это мелочи такие. Из этих мелочей ну, они не стоят того, признаться честно. Но, тем не менее, буду снимать одним непрерывным кадром, для того, чтобы не резать ничего. Поэтому получится немножко затянуто. Эта камера сдвину так вот немножко в угол, чтобы я постоянно здесь в кадре лопотал. А эту направлю на экран монитора. Поехали! Так. Так. Вот так вот. Так, все, вроде настроил. Тень от камеры будет падать на лицо, наверное. Ну, извиняйте, как получится. Итак, вот он пост, в котором я объявлял о конкурсе. Начну его сначала. Вот он, поехали. Увидели, да? Замечательно. Пост называется «Он улетел, но обещал вернуться». 5961 просмотр на YouTube. Условия конкурса. Напоминаю. Для участия в конкурсе необходимо соблюдение сразу трех условий. Первое – быть подписанным на канал «Кулинарная пропаганда» YouTube. Второе – быть подписанным на Instagram Дмитрий Фреско. И третье – под этим роликом на YouTube оставить ссылку на свой Instagram, чтобы я мог проверить подписку в Инстаграме. Важно! Внимание! Убедитесь, что у меня будет возможность увидеть ваши подписки на YouTube и в Инстаграме. Приплыли. Так, и еще. Выбор победителя будет осуществляться сервисом Lisa On Air. Для этого мне нужно, да, вот 431 комментарий у нас есть, то есть 431 участник. Для этого мне нужно скопировать адрес этого видео и поместить его здесь, в Lisa On Air. Вставил. Я здесь зарегистрирован уже, все, мне повезет. Вот, пожалуйста, 431 комментарий. Вот он, начинается этот пост, идет, видите, вот здесь вот самолетик, все дела, прочее. Поехали, выбираем. Итак. Первый претендент. Ищем. Пошла обработка. Медленный интернет, к сожалению, не здесь. Ну. Бабам. Итак, первый у нас претендент Деймант. Дмитрий хороший технолог, много знает и делится знаниями с нами. Я хочу книгу с автографом. Алексей Деймант. Так, написано, подписка оформлена на канал, очень удобно. Надо проверить Инстаграм. Заходим. Так, Ctrl-C. Открываем Инстаграм. Инстаграм Дмитрий Фреско. Дмитрий Фреско нам не нужен, а нам нужен Деймант. Бабам, Алексей Деймант. Поехали. Открывается Деймант. О, подписаться в ответ. Подписан, замечательно. Значит, у нас один победитель есть. Так, следующий. Алексей Шталь. Дмитрий, большое спасибо за ваше видео. Очень грамотное пояснение. Начинал готовить колбасы и сыровял по вашим видео. А видео про бекон мое любимое. Спасибо за ваши советы. Вот Инстаграм. Так, на Ютубе подписка оформлена. Очень удобно, кстати говоря. Классный сервис, мне нравится. Смотрим, что у нас в Инстаграме. Подписаться в ответ. Есть! Есть второй победитель. Поехали. Разыгрываем третью книгу. Андрей Моногаров. Подписка оформлена. Классно. Это и на Ютубе, Инстаграм. Ай, куда я щелкнул? Это на Ютубе щелкнул. Моногаров. Инстаграм открываем. Подписаться в ответ. Есть у нас третий победитель. Отлично. Так, напряжение растет, бьют барабаны. Поехал четвертый. Четвертый. Назар Ильинский. На Ютубе подписка оформлена. В Инстаграме смотрим. 13. Курсус Демон 13. Ctrl-C. Открываем Инстаграм. Приходится вручную набивать. Все-таки удобнее, когда вы пишете целиком сразу всю строку. Подписаться в ответ. Подписан в Инстаграме. Есть победитель. И
Последняя книга у нас уходит. Уходит Евгению Азму, видимо. Так, на Ютубе подписка оформлена. Инстаграм. Смотрим. Подписаться в ответ. Есть. Итого у нас есть 5 победителей. Я сейчас же, прям вот сейчас этот ролик поставлю, чтобы он отрендерился, и закину на YouTube. И сразу же после этого отпишу в директе в Инстаграме сообщение победителям. Большая просьба. Во-первых, как можно быстрее отправьте мне свой почтовый адрес, точный почтовый адрес и свое имя, желательно еще и телефон для связи. И второй момент. Когда получите книги, если не затруднит, вышлите фотку с книгой там, и там, пару комментариев. Я их размещу в группе ВК ВКонтакте. Можете мне отправить в директе эту фоточку, в Инстаграме. Можете в ВК, если там зарегистрированы. Адрес группы ВКонтакте можно найти под любым роликом. В описании ролика я это дело пишу. Огромное спасибо, что участвовали. Огромнейшее спасибо за ваши подписки на Инстаграме, потому что у меня перевалило количество подписчиков в Инстаграме за 10 тысяч, и теперь я могу постить активные ссылки в сторисах. То есть это очень удобно. Я буду там выкладывать анонсы новых роликов, и вам не нужно будет на Ютубе что-то искать. Вы просто там слайдните, или свайп называется, да, свайпните в Инстаграме, в сторисах, и сразу перейдете по ссылочке активной на ролик на Ютубе, чтобы посмотреть. Огромное спасибо, что вы со мной. Этот конкурс не последний, будут еще другие конкурсы продолжаться. Да, конкурс с ножами пройдет по приезду мной в Испанию, я говорил, да, то есть числа 25-го, наверное, я разыграю ножи. Там всего 3 приза будет. Огромное спасибо за компанию. Желаю вам удачи. Желаю, чтобы вам понравились мои видео. Всем пока!